Доброе утро, друзья. Я решил маленько поснимать у себя на даче. Пойдем на участок. Вот это буровая вышка, так называемая, ребята пытаются воду пробурить у меня. 16 метров пробурили. Где-то столб воды 4 метра. В выходные приедем, будем пробовать качать. Не знаю, как дальше. Вот этот наш участочек. Тут посадили мы. Пытаемся развести сад. Посадили яблоньки. Одна погибла, хорошая, большая яблонька была. Остался только корень. Вроде весной собралась, но сейчас погибла. Ладно, будем выкапывать и по осени будем садить что-нибудь другое. Тут яблонька есть. Тут яблоньки. Вот эта яблонька уже у нас плодоносит. Несколько яблочек есть. Посмотрим, какие они из себя. Вот они, яблочки наши. Маленькая, но ничего. Тут слива. Тоже есть уже плодики маленькие. Пожалуйста. Маленечко. Тут вишни по бокам посажены. Тут, там кусты смородины. Собрали очень много ночи ягод. Ягодный год, урожайный, хорошо, варенье на морозе, красная смородинка, ну вот что осталось, уже птички тоже кушать хотят, пускай кушают, черная смородина, тут крыжовник, довольно крупный, хороший крыжовник, но вчера собрали поспелый. А тут еще зеленец есть. Ну, оставили его маленько. Пускай растет, поспевает. Соберем. Тут мы скопали небольшую грядку, так шутя, в том году скопал. По утрянке место из зарядочки. И довольно-таки ничего. Жена тут цветочки посадила, гладиолусы. Лучок. Салатик. Тут тоже цветы. Укроп. Довольно-таки хорошо растет укроп здесь. В том году тоже посадили, попробовали. Вон какой густой халатик. Петрушечка все есть у нас. Тут ирга старая. Это надо ее спиливать. Тут еще одна ирга старая. Тоже ягоды есть. Вон ягоды. Но она старенькая. Будем обновлять. Там мы посадили свежую новую. Все. Это вишня. Она уже стала полудикая, заросла. Надо прорезать и половину устроить. Ну, ягоды были нынче. Ягоды тоже собрали. Сегодня еще пойдем пособираем. Да. Тут мы посадили картошку. Земля жесткая. Пахать приходилось много. Ну, вчера пробовали копать. Уже есть картошечка. И неплохая. Вот это поле. Ну, сотки 4, наверное, тут посажено. 3, может. Ну, нормально. Нормально. Пойдем дальше. Тут у нас у забора малина растет. Ну, она как сама разрослась. А собирали, тоже собрали. Калина. Как говорят, она очень от давления хорошо. Вот вишня. Привезли ее оттуда из дома. Она у нас погибла. Пенечек остался. Мы подсыпали. И нынче уже были ягодки. Тоже собрали маленькое, но ничего. Ирга тоже. Вот маленькая свежая. Ягод очень много. Очень много. И сладкие, как изюм. Вот эту иргу мы сами садили тоже. Тоже ягоды собрали тут. Осталось маленькое. Тоже кушать. Тут в том году мы решили посадить лиственницу. Люблю деревьев, когда много на участке. Вот. Она взялась уже, растет. Елочки посадили. Вот елочка. Вот елочка. Это большая елочка. Она росла здесь у нас. Вот когда-то с шишками уже. Большая елка. Новогодняя. Хорошая. Тут тоже ирга, тоже мы садили, ягод тоже было много, тоже вкусные, сладкие, крупные были.
ягоду. Тут боярыш посадили, два куста садил. Один взялся вроде, растет. Сухо очень сегодня, нынче плохо. Елочка еще одна маленькая. Этот боярышник, судя по всему, погиб. Не взялся. Вот. Ну ладно, что. Одного достаточно, а тут что-то другое будем садить. У меня вообще-то задумка вдоль забора вообще елочек посадить. Вдоль этого забора, чтобы дорога, потому что дорога рядом. Машин раньше было мало, сейчас очень много стало машин. Накосить еще, вчера маленько посадил, накосил, собрал в кучу. Собрал на траве, чтобы на следующий год еще расширить огородную грядку. Попробуем. Тут мы по весне копали фундамент, конюшенку хотим поставить. Ну как, в деревне жить, без скотины, это значит не жить в деревне. Вот. Прокопали 6 на 10, конечно. Вот рябинка. Ягод, море. Жалко, срубать придется такую красоту. Ну, посадим еще рябинок. Обязательно. Тут осины. Осины растут вдоль забора. Когда хорошая погода грибная, грибов довольно-таки много растет. Красноголовики растут. Ну вот, все. Тут тоже надо докашивать траву. Косить надо все. Вишня вся разрастается. Скашиваю, скашиваю каждый год. Она все растет, растет. Ну ладно. Вот это старая игра. Ахмелю тут тоже на ерге. Тоже вырвать надо. Вот. Ягодки какие хорошие. Жена смеется надо мной, снимаю. Пойдем покажем, какие она цветочки насадила тут у нас. Вот ромашки она посадила. О, какие ромашки. Плоховато растут, воды пока нету. Флоксы посадила. Тоже отцветают уже. Все, отцветают цветочки. Ну ладно.